Уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, мы находимся в отеле Тяньшань, где сейчас начинается церемония закрытия традиционного турнира Алматы Open, и международный мастер Гульмира Даулетова, показавшая лучший результат среди женщин в турнире А, любезно согласилась ответить нам на несколько вопросов. Гульмира, сначала несколько слов о своем выступлении, что вы ожидали от турнира и как протекали события? Ну, в принципе, я ожидала, конечно, большего. Я думала, что наконец-то выполним третий балл женского гроссмейстера, но пока что не удалось, потому что у меня с самого первого тура были очень сильные соперники. Это был и Утик Галиев Азамат, с ним была равная позиция, но в цикноте я там что-то зевнула и проиграла. Потом второй тур я выиграла, а третий тур у меня Смирнов 2500, это тоже очень сильный гроссмейстер. С ним была выигранная позиция с лишним качеством, но опять-таки в цикноте я начала уже нервничать, не удалось реализовать. Но в целом, да, турнир нормально сложился, если учитывать то, что у меня были очень сильные соперники. И в последнем туре я сыграла ничью с международным мастером, с Тулагин Тыгиным из Кыргызстана. Гульмира, скажите, пожалуйста, вот все-таки, наверное, очень тяжело совмещать игру с организаторскими какими-то проблемами. Это было, по-моему, заметно. Совершенно верно, да. Очень сложно, потому что до этого турнира мы, сами знаете, организовали два крупных мероприятия. Это чемпионат Азии среди сеньоров, который был в Алмате с 8 по 18 сентября. После этого мы всей группой, всей нашей командой Казанской Федерации шахмат поехали в Актобе организовывать кубок Владимира Дваковича. То есть очень был напряженный сентябрь, и подготовиться абсолютно не было возможности. А что было принципиально нового вот в данном турнире? Что-то было? Какие-то, может быть, новые лица, новые участники? Да, нас действительно порадовал один человек, его зовут Рахимжан Ален, он выполнил норму мужского мастера. Вообще мы этот турнир, все эти кубки проводим для того, чтобы наши казахстанские спортсмены получали звание. И прежде всего молодежь. Да, да? Прежде всего, да, молодые наши спортсмены. И в этом турнире Рахимжан Ален занял третье место, плюс балл выполнил, это очень здорово. То есть мы, скажем так, турнир организован для них. И радостно, что ребята показали хороший результат. Ну, нам уже сообщили, что еще два наших шахматиста молодых, также, им также покорился норматив международного мастера. Отлично. Да, то есть, конечно, стало приятно. Ну, тогда, Гульмира, большое спасибо вам за то, что вы согласились с нами поговорить. Уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, сейчас начинается закрытие турнира. Мы продолжим наш репортаж после завершение официальной церемонии закрытия. Спасибо за внимание. Гульмира, большое спасибо. Спасибо.